Еще несколько часов назад все они срывали голоса, болея за сборную России по хоккею. А уже сейчас приехали встречать спортсменов в аэропорту Внуково. Большинство приехавших в Минске на чемпионате мира не были, но и из столицы болели в полную силу. У себя дома или в барах. Мы на чемпионат мира не ездили, но мы потратили, если честно, здесь денег больше, чем съездили бы туда. Поэтому я считаю, что программа максимум выполнена. Чемпионат мира 2014 года вышел для российской команды фантастическим. Порядок и класс взяли свое. 10 побед в 10 матчах. Причем в финальной игре, где были разгромлены финны 5-2, наши хоккеисты вышли без главного тренера. Олега Валерьевича Знарка дисквалифицировали за так называемый жест смерти. Он, глядя на тренера шведской сборной в полуфинале, провел пальцем по горлу. Из-за этого он просидел решающую игру на трибуне. Тем не менее, болельщики жест Знарка оценили. Я считаю, что это было мужественный поступок и поднимающим дух не только, наверное, игрока, да, но и все болельщики в барах там просто гудели. То есть это была вся страна гудела. Рейс из Минска должен был прилететь в 6:30 по Москве, но полет отложили. Ожидание героев чемпионата мира продлилось, но болельщики даром времени тратили. Кто-то вот листал инстаграмы хоккеистов. Так, это фото Александра Овечкина с композитором Виктором Дробышем, это командное фото, а это уже видео из чемпионского автобуса. Друзья, я не знаю как, но я сумел договориться, и нас пропустили в зал, где прямо сейчас сюда спустятся наши хоккеисты, чемпионы мира, и они, как только получат вещи, подойдут к этому стенду и распишутся вот этими самыми маркерами. И действительно, больше никого из журналистов сюда не пустили. Все остальные ждали снаружи. И вот этот самый момент. Появляются чемпионы мира. Подписи на плакате, общение с друзьями, фотографии. 3-4 минуты, не больше, и уже надо выходить к публике. В автобусе вы кричали «Шансище!». Что это означало? Ну, это, опять же, я говорю, сплочение, которое у нас происходило во время турнира. Все ребята понимали то, что у нас есть шанс. И, соответственно, один, я считаю, великий игрок России сказал: «У нас есть шансище». Это Даня. И поэтому за это слово мы зацепились, и мы сделали так, что именно на это слово мы будем опираться и будем за это слово бороться. Самое главное сейчас стараться не проводить параллели с Олимпиадой, да и вспоминать хоккейный турнир в Сочи не хочется. Куда лучше сейчас, просто порадоваться успеху ребят. А вот за счет чего команда Олега Знарка этого успеха добилась, объяснили Данис Зарипов и Александр Овечкин. За все сплочение. Вот такая молодежь. Да. Молодые нас поддаливают, поэтому все доказано. И сегодня происходило то, что следовало ожидать. Пообщавшись с болельщиками и прессой, хоккеисты спешно покинули аэропорт. Теперь, наконец, можно перевести дух. Карен Адамян, Александр Никитин, с грандиозной победой вас! Специально для чемпионата.